Главный тренд современного агробизнеса сегодня – это внедрение новых технологий и в производстве, и в менеджменте. Отличной подсказкой в этом отношении для фермеров стала Центральноазиатская выставка AgroWorld 2013. Здесь были представлены лучшие инновации и агрорешения ВПК. На главной сельскохозяйственной экспо-площадке побывала Дарья Пономаренко. В Алматы открылась 8-я Центральноазиатская выставка «Сельское хозяйство AgroWorld Казахстан-2013». Около 50 компаний из 10 стран мира собрались здесь, чтобы презентовать новинки производства и новые технологии агросектора. Предложить свои разработки агросектору решились предприятия из России, Украины, Германии, Турции и Китая. В выставочном секторе широкий ассортимент продукции. Здесь каждый смог найти для себя что-то новое. Придя сюда, посетитель может найти весь цикл производства, начиная от кормления скота и выращивания растений через его переработку и к его упаковке и подаче уже на готовом виде на прилавок. Например, эта бельгийская компания представляет новое напольное покрытие для птицефабрик. Оно может использоваться для птичников с клеточным содержанием. Материал долговечен и эффективен в использовании. Это 100% полиэтилена. Это recycled полиэтилен. Это не резина, что есть тоже хорошо для яиц, потому что это очень мягче, чем резина. Яйца не бьются. На выставке презентовали и проекты по зеленым технологиям в АПК. Сегодня это направление в агротренде. Фермерам предложили вот такую установку по переработке твердых бытовых отходов. Ее можно стационарно использовать на базе крестьянского хозяйства или построить отдельный комплекс. Она позволяет экологически, комплекс позволяет экологически чисто утилизировать, сжигать и получать тепловую и электрическую энергию с минимальной нагрузкой на экологию города и окружающей среды. Экосекрет установки находится в специальных высокотемпературных вихревых камерах. Здесь и происходит сжигание отходов. При этом количество вредных выбросов сокращается в 3-5 раз. После утилизации вырабатывается не только электроэнергия, но и зола. Так отходы превращаются в доходы. А зола, которая существует, она более адаптирована и к природе, и может использоваться как строительный материал, как компонент для производства строительных материалов. Стоит отметить, что в этом году экспо-площадка впервые объединила сразу 6 выставок. От сельского хозяйства до пищевой индустрии и ресторанного бизнеса. До таких масштабов событие выросло не случайно. Все сделано для того, чтобы эти мероприятия стали единой площадкой. И на этом презентационном поле инноваций фермеры смогли разглядеть нужные для своего агробизнеса технологические решения. Игра в одной команде, пожалуй, главный секрет победы в агробизнесе. То есть успех зависит не только от фермеров, но и главного защитника – инвестора. Верным финансовым партнером отечественного АПК остается национальный холдинг «Казагро». Сегодня в его списке 320 проектов. Их общая стоимость превышает 228 миллиардов тенге. «Казагро» максимально упростил и условия кредитования крестьян.